Окситоцин – это больше с детьми связано, но гены, вы понимаете, детей нарожали, надо их же, чтобы они вредны, вот, и чтобы эти гены не захотелось поубивать, вот, у родителей возникает окситоцин, чтобы как-то обезболить, так сказать, родительство. Вот. Да, но оно может быть и… Почему люди, когда вот кокетничают друг с другом и всякое, у них любовь-морковь, они такие говорят… Ты мой малыша, ты мой тосё, ты моя цветочек, ты мой стебелёчек, зайчочек, котёночек. Вот это вся мимимишность, зачем она идёт? Окситоцин. Улавливайте.